Добрый вечер. Большое спасибо, что вы здесь. Сразу хочу сказать, что такое амплуа для меня, когда рассказывать о музыке, исполнять музыку в одном концерте, для меня первая проба. Поэтому я прошу заранее не судить строго, а сам постараюсь быть кратким. Сейчас прозвучит цикл «Времена года». Я не думаю, что рассказывать об этой музыке имеет смысл. Конечно, чем гениальное произведение, чем оно интереснее, тем больше возможностей его прочтения исполнителем, тем, соответственно, восприятие слушателем. Но несколько достойных внимания фактов, в частности, про историю создания, можно упомянуть. Эта музыка написана по заказу. Заказал Чайковскому музыкальный журнал того времени «Нувелист» в лице его издателя Бернарда. Это мы знаем из переписки автора с Бернардом. Вот что писал Чайковский в ответ на заказ. «Получил ваше письмо. Очень благодарен вам за любезную готовность платить мне столь высокий гонорар. Постараюсь не ударить лицом в грязь и угодить вам, ваш Чайковский. Все ваши заглавия я сохраняю. Названия пьес и поэтические эпиграфы были поставлены, предложены композитору, издателям». Из дальнейшей переписки мы можем знать, насколько Петр Ильич Чайковский самокритично относился к своему творчеству. Вот он писал дальше издателю. «Сегодня утром вам высланы по почте две первые пьесы. Я не без некоторого страха препроводил их к вам. Боюсь, что вам покажется длинно и скверно. Прошу вас откровенно высказать ваше мнение, чтобы я мог иметь в виду ваши замечания при сочинении следующих пьес. Если вторая пьеса покажется негодной, то напишите мне об этом. Если вы пожелаете пересочинения «Масленицы», то тоже, пожалуйста, не церемоньтесь, будьте уверены, что к сроку я напишу другую. Вы имеете полнейшее право требовать всяких изменений, дополнений, сокращений и пересочинений». Но пьесы удовлетворили Бернарда и были написаны в полном соответствии с автографом. Еще один интересный момент. Каждую пьесу предваряют поэтические эпиграфы русских поэтов-современников Чайковского. Это Пушкин, Фет, Плещеев, Кольцов и так далее. Те поэты, к которым он обращался в своем вокальном и оперном творчестве. И эти эпиграфы были настолько удачно, настолько талантливо и талантливо, больше другого слова не найти, на эту музыку, что иногда даже создают впечатление первообраза, а в некоторых моментах даже легко ложатся на музыку, просто как слова романса. И сегодня мне хотелось бы позволить себе такую роскошь, прочитать чуть более, чем эпиграф, предложенный Бернардом Чайковскому. Первая пьеса «Январь у камелька». Эпиграф взят из стихотворения Александра Пушкина «Мечтатель». «И мирной неги уголок ночь сумраком одела, в камине гаснет огонек, и свечка нагорела. Главою на руку склонен, в забвении глубоком, я в сладкие думы погружен на ложе одиноком. С волшебной ночи темнотой при месячном сиянье слетают резвую толпой крылатые мечтанья. И тихий-тихий льется глаз, дрожат золотые струны. В глухой, безмолвный мрака час поет мечтатель юный. Исполнен тайною тоской, молчаньем вдохновенный,
летает резвою рукой на лире оживленной. Я еще попрошу вас не хлопать после каждого номера, чтобы не терять наше драгоценное время. Thank you.
Февраль, Масленица. Эпиграф взят из стихотворения Вяземского «Масленица на чужой стороне». Скоро масленицы бойкой закипит широкий пир, и блинами, и настойкой закутит крещеный мир. В честь тебе и ей, Россия, православных предков дочь, строит горы ледяные и гуляет день и ночь. Игры, братские попойки, настежь двери и сердца, пышут бешеные тройки, снег топоча у крыльца. Март, песнь Жаворонка. Взято первое четверостишие из стихотворения Маякова «Весна». Поле зыблется цветами, в небе льются света волны, вешних жаворонков пенья голубые бездны полны. Взор мой тонет в блеске полдня, не видать певцов за светом. Так надежды молодые тешат сердце мне приветом, и откуда раздаются голоса их, я не знаю, но им внемля взоры к небу, улыбаясь, обращаю.
«Апрель. Подснежник». Стихотворение Маякова «Голубенький, чистый подснежник, цветок». Голубенький, чистый подснежник, цветок, а подле сквозистый последний снежок. Последние слезы о горе былом и первые грезы о счастье ином. «Май. Белые ночи». Стихотворение Фета. Какая ночь, на всем какая нега. Благодарю родной полночный край. Из царства льдов, из царства вьюг и снега, как свеж и чист твой вылетает май. Нет никогда нежней, и бестелесней твой лик, о ночь, не мог меня томить. Опять к тебе иду с невольной песней, невольной и последней, может быть. Thank you.
«Июнь Баркарола», стихотворение Плещеева. «Выйдем на берег, там волны ноги нам будут лобзать, звезды с таинственной грустью будут над нами сиять, в долгом и сладком забвенье шуму внимая ветвей, мы отдохнем от печали, мы позабудем людей». Thank you.
«Июль. Песня косаря». Это отрывок из стихотворения Алексея Кольцова «Косарь». Раззудись плечо, размахнись рука, ты пахни в лицо ветер с полудня, освежи, взволнуй степь просторную, зажужжи коса, как пчелиный рой. Август. Скерцо «Жатва». Отрывок из стихотворения тоже Алексея Кольцова «Урожай». Люди семьями принялись ожать, косить под корень рожь высокую. В копны частые снопы сложены, от вазов всю ночь скрипит музыка. Thank you.
«Сентябрь. Охота». И эпиграфом служит начало литературного анекдота, как называли современники Пушкина, «Граф Нулин». Я не удержусь и прочту чуть больше, чем четверостишие, уж больно хорошие стихи. «Пора, пора, рога трубят, псари в охотничьих уборах, чем свет уж на конях сидят, борзые прыгают на сворах. Выходит барин на крыльцо, все подбочась обозревает, его довольное лицо приятной важностью сияет. Чекмень, затянутый на нем, турецкий нож за кушаком, за пазухой во фляжке ром и рог на бронзовой цепочке. В ночном чепце, в одном платочке, глазами сонными, жена сердито смотрит из окна на сбор, на псарную тревогу. Вот мужу подвели коня, он холку хвать и в стремя ногу. Кричит жене: «Не жди меня!» и выезжает на дорогу. «Октябрь. Осенняя песнь». Стихи Алексея Толстого. «Осенняя песнь». «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад. Листья пожелтелые по ветру летят. Лишь вдали красуются там, на дне долин, кисти ярко-красные вянущих рябин».
Не гляди же с тоской на дорогу, и за тройкой во след не спеши, и тоскливую в сердце тревогу поскорей навсегда заглуши. Не нагнать тебе бешеной тройки, кони крепки и сыты, и бойки, и ямщик под хмельком, и к другой мчится вихрем корнет молодой. Thank you.
заканчивает цикл «Декабрь», пьеса «Святки», и эпиграф взят из баллады Василия Жуковского «Светлана». Это первые строки. «Раз в крещенский вечерок девушки гадали, за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали».